Нашли вот такой вот, как он называется, исторический дворик. Келлер, ну, или проулок, переулок, называется Келлер почему-то, как подвал. И вот такие вот здесь вот красивые вещи стоят, тележки какие-то. Все сделано под старину. Цветы такие вот красивые здесь. Посмотрите, как здорово. Простой пенек и такое сделали, такую на нем сделали красоту. Вот здесь вот такие вот, посмотрите, какие бочка стоит, вот там как велосипед такой под старину. Ну очень красиво, здорово. Машинки, швейной машинки тоже сделали произведение искусства. Посмотрите, какая, красота. Столик со скамейками. Вот здесь из ванны вот такую сову в нее посадили. Обалдеть. Ну вообще. Вот это они любят такое. Молодцы, ничего не выбрасывают. С каждой старой вещи придумали какой-то вообще здорово, место. Здорово. Здесь место как для отдыха такое все. Ну молодцы, все молодцы. Здорово. Eine Kunst. Super. Вот такая красота. Супер. Вот так вот все здесь выкашено у них. Вот даже старый плуг стоит, и то выглядит тоже как произведение искусства. Мы с этим, с хозяином, хозяин вышел, спросили, можно снимать. Он сказал, рад, даже очень довольный был, снимайте, конечно. И говорит, это жена все за меня, она говорит, любит вот это вот такое, такие вещи делать. Вот там вдалеке не буду идти уже по этому скошенному, стоит тоже велосипед, красотища. Здорово, конечно, есть чем полюбоваться. И вот здесь вот как небольшой, забыл как называется, ну ладно, как часовенка. Хочу вам ее тоже показать. Сейчас подойду, покажу. Вот так люди любят свои участки, любят что-то возле дома делать, красоту такую. Вот камень поставили. Тоже здорово. И вот такая вот часовенка здесь. Или часовенка, или как назвать, я не знаю точно, но я назвал так. Может, конечно, это и неправильно. Вот сейчас вам покажу, как это здорово. Вот там цветочки, свечка. Такая фигура там стоит. Темновато, не видно. Ну, вот так вот здесь это выглядит. Здесь тоже камень. А это у них здесь проход туда к дому, где мы снимали. Ветер такой ужасный, холодина 12 градусов. Ну, а так вот на этом все. Смотрите, нравится, не нравится, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего, будьте здоровы!